Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре гибридная драм-машина Korg Drum Lock. Что же это такое? Это аналогово-цифровая драм-машина, поэтому гибридная. Здесь у нас есть 4 аналоговых звука. Это бочка, малый барабан, низкий и верхний томы. Дальше у нас есть 6 цифровых звуков, основанных на сэмплах. Сэмплы, кстати, можно в эту драм-машину загружать самостоятельно, подключив ее к компьютеру. И также у нас есть еще один звук, который состоит из 3 вариаций, который является цифровым синтезатором. Здесь у нас есть FM-синтез, noise и эмуляция аналогового синтеза. То есть всего у нас 4 плюс 6 плюс 1 — 11 дорожек. В драм-машине у нас есть встроенный секвенсор, то есть каждый из этих инструментов, которые у нас здесь есть, каждый из 11 дорожек можно секвенцировать, создавать достаточно сложные паттерны. Также у нас здесь есть память на 128 паттернов, на 128 китов, то есть, ну, кит — это набор звуков барабанных. Что касается сразу входов и выходов, давайте посмотрим. У нас есть выход на наушники, стерео-выход основной, который мы сейчас слушаем на 2 джеках. Также у нас здесь есть 4 индивидуальных выхода, которые можно при помощи раутинга использовать для, ну, вот, любой из инструментов можно назначить на индивидуальный выход, и если вам нужно, вы можете его отдельно записать, как-то обработать и так далее. Также у нас есть аудио-вход для обработки внешних звуковых сигналов, потому что драм-машина у нас имеет несколько встроенных эффектов, об этом чуть попозже поговорим. У нас есть варианты аналоговой синхронизации по клоку, здесь клок in и клок out. У нас есть MIDI in, MIDI out. И у нас есть 2 USB входа. Один из них USB тип B, который нужен для подключения как раз к компьютеру, для того, чтобы закачивать сэмплы. И, кстати сказать, не требуется дополнительный софт. Если мы подключаем эту драм-машину к компьютеру, то он компьютер видит ее именно в виде папки, и мы просто в соответствующую папку можем загружать нужные нам сэмплы. И второй USB — это тип A, для подключения внешнего MIDI-контроллера. То есть, ну, вы можете подключить внешнюю клавиатуру или драм-пэды и играть, собственно, руками, звуками этой драм-машины. Ну и, соответственно, последний у нас вход для подключения адаптера, ну и кнопка включения. Давайте познакомимся поподробнее со звучанием этого инструмента и начнем, естественно, с бочки. Кстати сказать, вот здесь у нас целый ряд таких вот маленьких нобов. Это громкость, соответствующая каждому из 11 инструментов, которые у нас здесь есть. Каждый из 11 голосов, скажем так. Начинаем с бочки. Собственно, вот этот ряд нобов больших отвечает за саунд-дизайн бочки. У нас decay. У нас тюн и драйв. Но это, естественно, не единственные параметры. Все, кстати, отображается сразу на экране. И вот обратите внимание, вот эти 4 ручки, они соответствуют вот 4 параметрам, которые у нас нарисованы на экране. И вот, собственно, бочку я нажал, выбрал. И теперь я могу регулировать вот свип, время свипа, холд, атаку. Ну, то есть достаточно сильно меняется звучание нашей бочки. Страницы можно переключать. Вот здесь у нас есть выбор различных вот вариантов атаки. То есть это первоначальный щелчок. Можем уровень этого щелчка регулировать. Также здесь у нас есть фильтр. Можем отфильтровать бочку, резонанс, ну и так далее. То есть достаточно гибкая настройка. Дальше у нас малый барабан. Здесь у нас есть тюн малого барабана, decay. Ну и параметр snappy, тоже decay вот нойза. Ну и дополнительные параметры опять у нас на экране. Это тон, это shape,
Это фильтр также у нас. Можем отфильтровать с резонансом. И различные модели малого барабана. Точнее, нойза. Розовый шум, синий шум, белый шум и так далее. То есть достаточно гибкая настройка. Третий ряд наших больших нобов отвечает сразу за параметр дорожки low tom и high tom. Соответственно, у нас здесь есть клавиша shift, и функции у нас основные по умолчанию отвечают за low tom. Тоже decay, tune и так далее. А если мы нажимаем shift, то у нас, соответственно, вот подписанный под основными функциями более таким размытым шрифтом, это дополнительные функции и, ну, те же самые параметры, но только уже high tom. Вот удерживаем shift. Вот, плюс ко всему, дополнительные параметры вот на экране мы можем, опять-таки, щелчок видоизменять. И то же самое у лоу-тома. Это очень удобно. Дальше, четвертый ряд, это у нас уже сэмплерные звуки. Как я сказал, вот эти четыре у нас аналоговые, и вот эти шесть у нас сэмплерные. Первый у нас это хай-хет. Второй это открытый хай-хет. Но в основном параметр дикея. Дальше у нас здесь клэп. Тоже дикей клэпа. Ну и, естественно, у каждого из этих сэмплерных звуков есть куча различных параметров. То есть можно выбирать, во-первых, сэмпл. А во-вторых, опять листая страницы, у нас параметр тюнинга, у нас атака. Вот более плавная, более острая. Можем старт сэмпла выбирать, конец сэмпла, то есть сделать его более коротким. Также у нас есть фильтр здесь с резонансом. Также у нас здесь есть параметр Redux, ну, это, по сути, биткрашер. И параметр Drive. Ну, может быть, на хай-хете не так очевидно параметр Drive, но он здесь есть. Есть также у нас панорама, есть стерео спред, есть посыл на дилей и на ревер. Но про эффекты мы чуть попозже поговорим. А еще из цифровых сэмплерных звуков у нас есть рим-клик, который здесь у нас никак не регулируется, но вот параметры у нас здесь все те же самые. Ну, про клэп я сказал. И есть сэмпл 1 и сэмпл 2, которые регулируются вот этим пятым рядом звуков, ну и также дополнительными параметрами здесь. Вот я, например, выбираю какой-то звук, могу опять старт и конец сэмпла подрегулировать. Опять у нас здесь фильтр, биткрашер, драйв. Все те же самые параметры. Панорама, посыл на ревер, на дилей. Ну и здесь я могу атаку регулировать, дикей. Ну и тюнинг. Что касается сэмпл 2, все то же самое, но только с удержанием клавиши shift. Давайте теперь рассмотрим цифровой синтезаторный движок. Это дополнительная 11-я дорожка, которая состоит из трех вариантов. Можно использовать только один из трех вариантов, то есть либо один, либо второй, либо третий. Вот у нас выбран первый вариант, это FM-движок. По умолчанию у нас выбран базовый пресет, но, естественно, можно его менять. Вот, их тут много всяких. И переходим на страницу редактирования. Мы можем здесь выбрать ноту. Как я уже сказал, можем подключить MIDI-клавиатуру и играть как полноценным моносинтезатором. Далее у нас здесь есть варианты саунд-дизайна. Различные параметры. Мы можем редактировать вот индекс FM-модуляции, рейшио двух осцилляторов.
Соответственно, у нас меняется звук, естественно, тембрально. Можем добавить noise. Следующая страница у нас страница огибающей. Мы можем редактировать атаку. Можем выбрать варианты огибающей. И так далее. Также у нас панорама, спред. Можем посыл на дилей и ревер. Ну и дальше у нас мастер-эффект и сайдчейн. Вот такая вот у нас история с вот этим звуком. Они очень по-разному могут звучать. Дальше следующий у нас вариант в этом же движке — это нойз. Если нам нужен нойз какой-то, можем выбрать, например, отфильтрованный шум. И здесь у нас два варианта фильтра. Low-pass двухпольный, четырехпольный. Вот, четырех. Дальше band-pass фильтр. Опять-таки двухпольный, четырехпольный high-pass фильтр. Дальше у нас какой-то еще вот вид шума DSIM, который более такой злой. Ну и так далее. То есть здесь есть различные варианты. Ну и третий вариант звучания синтезаторного движка — это юзерский синтезатор. То есть по умолчанию здесь стоит эмуляция аналогового синта, двухосцилляторного, то есть такой прям традиционный по звучанию аналоговый синтезатор, моносинтезатор, но, как говорят разработчики, со временем сюда можно будет закачать, ну, в принципе, любые звуки, ну, при помощи специальных алгоритмов. Вот, собственно, выбираем различные варианты волн, то есть у нас пилообразная волна, квадратная, треугольник, квадрат, ну, различные сочетания, квадрат плюс пила, квадрат плюс треугольник. Можно детюн сделать. Вот, например, в кварту баланс поменять. Также у нас здесь есть, естественно, фильтр с резонансом, различные типы фильтра, low-pass, high-pass и так далее. Дальше у нас влияние огибающей, естественно. И есть даже встроенное LFO. Ну, то есть при помощи вот этого аналогового синтезаторного движка, его эмуляции, можно создавать звуки аналоговых моносинтов и делать какие-то кислотные басовые партии в стиле муга, в стиле профита и так далее. Поговорим про встроенные эффекты. У нас есть два эффекта посыла. Это дилей и ревер. Они редактируются, нажимая, вот выбирая соответствующий эффект. Вот выберем дилей и опять скроллим различные параметры при помощи вот этих клавиш Page, вверх и вниз стрелочки. И вот у нас здесь, естественно, time параметр, то есть можно выставить восьмыми, шестнадцатой, четверти там и так далее. Количество фидбэка, spread можно сделать, там, например, направо увести, налево увести. Вот, есть различные виды дилея можно выбрать, вот стерео, синхронизированный с BPM, моно, вот ленточный дилей, там пинг-понг дилей, просто стерео и так далее. Вот, переключаем параметры, здесь у нас есть level, есть у нас pre-post, ну и также можно дилей отправить на ревер. То же самое у нас посыл на ревер. Можно выбрать различные типы. Hall, Space, Riser, вот Submarine какой-то, Room. Ну, традиционные у нас ревера, которые, ну, чаще, наиболее часто встречаются. Время дикея, яркость у нас. Также pre-post, уровень эффекта и так далее. Что касается мастер-эффектов, нажимаем кнопку мастер, и у нас здесь выбор из таких эффектов. Это трехполосный эквалайзер, это бустер, это фильтр, это компрессор, ну и, собственно, и все. У каждого из эффектов у нас, соответственно, также вот листаем параметры. Но я не буду сейчас все параметры прям проходить. Здесь у нас есть варианты различных фильтров. Это два варианта low-pass
фильтра двухпольный, четырехпольный, естественно, бендпас, хайпас. Вот, давайте посмотрим теперь на компрессор. Компрессор у нас здесь есть threshold, есть, естественно, атака, релиз, рейшио, ну, все как у нормального компрессора. Makeup, даже есть sidechain, dry-wet и так далее. Вот, то есть все это здесь присутствует. Ну и давайте аудиопример рассмотрим посыла на наши эффекты. Ну вот, например, я выбираю том, низкий том, и теперь листаю страницы. Да, вот предпоследней страницы. И вот здесь у нас как раз посыл на дилей. Посыл на ревер. Ну и дальше мы уже можем отредактировать ревер, как это нам нужно. Ну, например, более его сделать ярким. Ну и так далее. То есть различные параметры использовать. И, ну, это касается каждого из инструментов. Ну, вот RimClick, например, опять листаем. Посыл на дилей. Посыл на ревер. Ну, может, дилей не нужен. Ну, вот с ревером он прикольно звучит. То есть каждый инструмент можно независимо отправить в нужной пропорции на, соответственно, один из двух эффектов. А теперь давайте посмотрим пример звучания мастер-эффектов. Здесь я вот загрузил один из заводских паттернов. Он звучит вот так. И я включаю мастер-эффект. Давайте выберем, ну, например, фильтр. Он наиболее явный. И теперь заходим в параметры фильтра. Здесь у нас резонанс и cutoff. Сначала выбираем вот low-pass 4, например. И давайте я сейчас покручу резонанс и частоту среза для того, чтобы было слышно, как работает фильтр. Ну, вот таким вот образом можно применять мастер-эффекты. И давайте, ну, какой-нибудь еще выберем мастер-эффект. Ну, например, трехполосный эквалайзер. Посмотрим. Здесь у нас есть низкие частоты, средние и высокие. Ну, давайте сейчас покрутим эти частоты. Ну, то есть при помощи эквалайзера можно либо, естественно, логично вырезать какую-то полосу, либо ее забустить. Ну вот, собственно, таким вот образом у нас работает мастер-эффекты. Ну и настало время поговорить про паттерны, как вообще их создавать, и про банки. Здесь у нас есть программы. Ну, программа и паттерн, по сути, это одно и то же. Вот мы выбираем программу, можем выбирать различные банки, и в каждом банке у нас по 16 паттернов хранится. И очень классно, что мне здесь нравится, то, что здесь паттерн и кит — это разные вещи. То есть мы можем также киты выбирать разные. То есть, ну, кит — это по-английски набор, да, то есть набор барабанных звуков. Вот, например, мы выберем сейчас в банке А, ну, какой-то вот, ну, давайте, пятый паттерн. И вот мы его запускаем. И, допустим, мне нравится, как звучит этот паттерн, сам именно ритмическая его сама структура, но мне не нравятся именно те звуки, которые здесь в нем сохранены. Я могу нажать Select Kit и выбрать какой-то другой кит, то есть другие звуки. И паттерн у меня при этом останется неизменным. Вот, и таким образом я могу менять различные звуки, оставляя неизменным рисунок. И это очень здорово. Вот, давайте сейчас просто поэкспериментируем. Вот я оставляю этот паттерн и меняю просто эти киты.
По-моему, это очень крутая фишка для перформанса. То есть, если вам, например, наскучил один и тот же звук барабанов, вы играете какой-нибудь электронный лайв, вы можете прям поменять кит, и у вас просто полностью звуковая палитра обновится. И это, кстати, очень классная функция, одна из моих любимых в этой драм-машине, которая, к сожалению, ну, далеко не везде встречается. Вот. Я сам использую другую драм-машину в своих лайвах, и вот там такой функции нет, и мне ее очень не хватает. Друзья, а теперь давайте, естественно, попробуем что-нибудь создать, да, свой паттерн создать. Здесь, как я сказал, много уже заводских интересных паттернов, но надо же творчеством позаниматься, да. Что мы делаем? Мы вот нажимаем Shift Global, заходим в глобальные настройки. Здесь есть несколько опций. Можно квантизацию выбрать, можно там еще различные параметры. Но сейчас нас интересует метроном. Метроном мы включаем, можно его выключить, можно включить, соответственно, он нам нужен. Теперь мы заходим в нашу в наш пустой проект и нажимаем запись и воспроизведение одновременно, и сейчас что-нибудь наиграем. Ну вот, собственно говоря, у нас уже появился некий простой паттерн, который мы записали вживую. Но кроме как живой записи, здесь есть еще и, конечно же, режим Step Edit, как и на многих драм-машинах и во многих секвенсорах. Вот активируем этот режим, выбираем хай-хет, и давайте сейчас расставим шаги по всей длине нашего паттерна. Кстати, паттерн у нас длиной 16 шагов, но он может быть до 64 шагов, то есть вот этими вот стрелочками можно его удлинять, удерживая клавишу Shift. Вот можно его удлинить, можно его укоротить. Ну, для простоты оставим его 16-шаговым. Да, когда мы его удлинили, мы можем страницы переключать при помощи вот этих стрелочек. Ну, пусть он будет у нас 16 шагов. Итак, послушаем. Давайте отредактируем хай-хет. Что мы можем сделать? Мы можем сделать акценты. И вот на определенных шагах можем их расставить. Здесь все у нас показывается на экранчике, соответственно. Вот мы слышим, что у нас уже какие-то ноты немножечко громче играют, и у нас уже грув оживает. Дальше, что мы можем сделать? Мы можем включить Motion Recorder, и это очень мощная фишка этой драм-машины. Здесь целых 8 у нас дорожек можно записывать изменения параметров. Вот давайте попробуем сейчас это сделать. Вот я записал увеличение дикея, и это у нас сохранилось теперь. То есть хай-хет у нас открывается. И таких параметров можно записывать до 8 линеек. Это, по-моему, очень много и очень круто. Мы можем также использовать различные интересные параметры для создания более гибких и более вариативных паттернов. Ну вот, например, опять с хай-хетом я удерживаю какой-то шаг. Ну, например, шаг номер 6. Нажимаю Step, и вот здесь у нас появляются дополнительные параметры. Первый параметр — это Probability. По умолчанию он 100%. Probability, как известно, это вероятность срабатывания того или иного триггера. В данном случае 100%, то есть он будет проигрываться всегда. Но мы можем снизить вероятность, и он будет проигрываться время от времени. Также можно сделать, вот второй параметр по умолчанию стоит always, то есть всегда, но можно сделать либо за первым разом он проигрывается, либо за вторым. Также можно сделать offset. Offset — это сдвиг по таймингу, то есть по времени. Либо он будет чуть-чуть сзади играть, либо чуть-чуть спереди. Если мы нажмем акцент, то у нас здесь, соответственно,
акцент можно менять, то есть громкость акцента, давайте прям погромче его сделаем. Также можно использовать такой параметр, как ratchets, то есть это трещотка. Это когда на один триггер у нас используется, воспроизводится сразу несколько звуков. То есть можно сделать 2, 3, 4 ноты. И можно сделать, использовать параметр вот fall, либо rise, либо flat. То есть это по громкости вот эти трещотки, они будут затихать, либо звучать равномерно, либо наоборот со временем раздуваться. Ну вот давайте послушаем, как это звучит. Вот мы слышим на шестом шаге у нас как раз вот эта вот трещотка. Ну давайте ее сделаем из трех нот. То есть таким образом можно создавать достаточно сложные трэповые биты с хай-хетом таким вот очень навороченным. Среди перформативных функций этой драм-машины особняком стоит лупер. Очень классная функция. Эта функция мне напомнила также лупер, который есть на портативных таких корговских драм-машинках из серии Volca. Как он работает? Вот мы его активируем. Здесь у нас есть несколько параметров. Во-первых, можно либо пальцем нажимать, либо просто выбирать определенные шаги, которые у нас будут зацикливаться, да, то есть вот давайте включим лупер, я просто нажму какую-то из клавиш, ну и вы услышите, что она начнет зацикливаться. Также мы можем менять скорость зацикливания, сейчас у нас вот скорость 1x, то есть такая же, как и, собственно, наш паттерн, можно в дубле сделать. Можно в 4 раза быстрее. Можно здесь выбрать синхронизированный с глобальным темпом, либо не синхронизированный, либо free. Но, естественно, конечно, нам нужно синхронизированно. И также направление воспроизведения, вот forward, то есть прямое, вперед, либо рандомизированное. И прикол в том, что можно нажимать несколько клавиш одновременно. Вот давайте сейчас поэкспериментируем. То есть таким образом можно делать какие-то прикольные, интересные брейки. Давайте сейчас я поменяю параметр momentary на параметр select, то есть когда мне не надо все время удерживать клавиши, а просто я выбираю те клавиши, которые мне нужно, чтобы они зацикливались. И также поэкспериментирую с параметром движения воспроизведения, то есть поменяю по умолчанию стоящий forward, то есть вперед, на рандомизированный. Вот такие вот интересные функции для перформанса здесь присутствуют. В принципе, об основных функциях этой драм-машины я рассказал. Что еще здесь есть? Здесь есть еще, ну, я уже сказал про банки, да, про 128 паттернов, про 128 хитов. Очень удобно все сохранять здесь в память. Также есть у нас функция chain, то есть мы можем делать цепочки паттернов. Ну, это, в принципе, есть практически сейчас на любой продвинутой драм-машине. Вот, что касается глобальных настроек, я тоже об этом сказал. Ну, здесь у нас всякие утилиты, метроном, там, квантизация глобальная и так далее. У нас также есть функция mute, о которой я не сказал, но функция mute работает абсолютно очевидно и понятно. Опять-таки, на всех драм-машинах одинаково. То есть мы запускаем паттерн, и мы можем замьютировать тот или иной инструмент. Давайте сейчас выберу какой-нибудь из паттернов. Ну вот, например, какой-то заводской паттерн. Ну и вот, удерживая клавишу mute, я сейчас замьютировал бочку, замьютировал малый барабан.
ну, для перформанса это тоже очень хорошо и очень часто используется. Вот, гибкая редакция здесь, очень много звуков, есть синтезаторные звуки, не только барабанные, можно сюда закидывать свои сэмплы. Как я уже сказал, очень классная функция то, что здесь паттерн и кит сохраняются отдельно, и можно менять, соответственно, звуки барабанов, не меняя паттернов, это очень классно. Собственно, действительно хорошая драм-машина, гибкая в настройках. Единственный ее минус, который я бы, наверное, назвал, это маленький экран. И вот слишком много здесь надо переключать страниц для того, чтобы добраться до того или иного параметра. И это, конечно, неудобно, особенно в лайв-перформансе. Надо запоминать вот эти вот комбинации, вот эти вот страницы экрана, переходы, поиск параметров. Это может быть неудобно в, именно вот в лайвовых историях. Друзья, пишите в комментариях, понравилась ли вам эта драм-машина, и пишите, какую драм-машину используете вы. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений, и до скорых встреч, увидимся. Я ничего не записался. Почему? Потому что звукорежиссер суперпрофессиональный. Как год на это, давай еще разок все сделаем. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Погоди, стоп. Я готов, да. Все готовы и поехали.